Владивосток, 2 декабря 2023 года. Остановка общественного транспорта Дальзавод. Это здание школы. На территории школы есть спортивная площадка. А там за домами видны пилоны Золотого моста.
Пушкинская 40. Вот этот вот дом. Такой вот домик интересный здесь еще сохранился, с резными деревянными элементами на окнах и вот на крыше. А этот домик находится на Пушкинской 38А. Такой здесь адрес. Пятый арбитражный апелляционный суд вот в этом здании находится здесь. Пушкинская 34. Вот этот вот дом зелененький.
А вот в этом кирпичном красном здании, кажется, посольство Соединенных Штатов Америки. Ну или, возможно, оно здесь было. Флагов здесь никаких не развешено. Ух ты, какой здесь домик интересный. Старенький домик. С резными элементами на окнах. Адрес здесь, табличка стертая. Пушкинская, 63/1. Вот этот дом деревянный. Там еще деревянные частные домики виднеются. Там внизу дальзавод.
что-то делают на подъемнике. Такая железная лестница. Дворик. Здесь выход-то есть с этого дворика там или нет? Смотрим. Старая каменная подпорная стенка здесь. Так, можно пройти. Вот здесь вот раньше был музыкальный магазин «Мелодия». Продавались там пластинки.
гитары и другие музыкальные инструменты. Старейшее фотоателье уже работает давным-давно, много лет. Вот в этом домике фотоателье находится. Светланская, 104. Светланская, 106. Стадион «Авангард».
стадион «Авангард», и с другой стороны здесь что-то военное находится. Там стоит часть от подводной лодки. И бюсты. Светланская 108А. Вот эта подпорная стенка, она была сделана из дикого камня. Но в каком-то году ее как бы так зашили более современным материалом, а под ним каменная подпорная стенка так и сохранилась. Детский сад вот в этом здании и детская площадка. Вот это еще сохранилось с советских времен, до сих пор используется здесь. Детские какие-то работы висят. Вот в данный момент здесь на тему Владивостока.
А так на 9 мая что-то вывешивают, какие-то рисунки. О, морвокзал изображен. Мост через бухту Золотой Рог. Памятник пограничникам.